Арабские буквы идеально вписываются в золотое сечение, а глаз человека благоприятно воспринимает арабскую каллиграфию. Об этом и многом другом узнали участники мастер-класса по арабской каллиграфии. Его провел известный российский художник и каллиграф Алексей Горин. Современная каллиграфия – это совокупность букв, геометрических форм и экспрессии, благодаря которой можно передать идею, настроение. Мастер-класс в Саратове организовал коранический центр «Заид бин Сабит» при духовном управлении мусульман региона. Здесь считают, что каллиграфия не просто вид искусства, а нечто более. Это дает абсолютно новый взгляд, новое видение, новый импульс приближает к кораническому тексту. Новое видение арабского языка, новый внутренний комфорт. То есть арабский язык – это есть искусство письма. Специально приглашенный гость из Москвы напомнил об истории арабской каллиграфии и отметил ее актуальность в наши дни. Архитектура и дизайн, создание модных лейблов и неповторимых логотипов – все это сегодня немыслимо без каллиграфии. Причем заниматься ей может абсолютно каждый. Это может абсолютно любой человек, так как писать может любой человек. И заняться каллиграфией также. То есть для этого не нужно уметь рисовать. Для этого не нужно уметь понимать в искусстве, для этого нужна просто практика и, ну, условно говоря, 20 минут в день на протяжении 2 недель. Практическая часть встречи прошла на одном дыхании. Поняв принцип работы с необходимым инструментом и усвоив несколько базовых методик, участники мастер-класса сделали свой первый шаг. И не просто написали пару букв в различных стилях, но и нарисовали птицу и слово «салям». Ну, очень понравилось мне. Во-первых, ну, как бы вот вообще вот арабская мясь меня как бы интересует. И каллиграфия сама по себе интересный продукт такой. И узнали много нового, интересного. Спасибо за мастер-класс. Изучай старое, создавай новое. Под таким девизом прошел мастер-класс арабской каллиграфии в Саратове, где каждый познакомился с богатым культурным наследием мусульман и по-новому открыл для себя арабскую каллиграфию.